Здравствуйте, меня зовут Сосо. Сейчас я вам буду показывать замечательное блюдо, которое любят все хачапури. Хачапури делается из пшеничной муки. Замешивается она на мацоне. Мацоне – это типа русского простокваши, который делается из коровьего молока. Вот этот мацоне, который я предварительно заготовил в контейнере, заливаем мисочку и добавляем муки. И перемешиваем. Тесто должна быть мягкая, эластичная и не очень крутая. Значит, она у нас чуть-чуть суховатая, значит, добавляем еще чуть-чуть мацони. Все, достаточно. Перемешиваем медленно. При перемешивании теста надо всегда думать о хорошем, чтобы тесто заряжалось положительно. Это очень важно. Она тогда получится вкуснее и добрая. Вот почти наше тесто готово. Я сейчас его выну отсюда и буду раскатывать на доске. Доску обмазываем растительным маслом, чтобы тесто не приставало. Обмакиваем руки маслом и раскатываем тесто. Берем предварительно натертую сулугуни и кладем в серединочку. Сулугуни – это сделано из молока, сыр, который предварительно варится, и при помощи сыроварения получается такой сулугуни, то есть в Европе она известна как моцарелла. И вот такую лепешку кладем на раскаленную сковородку. Итак, мы выложили тесто, начиненное сыром, на сковородке, которая будет в будущем называться хачапури. Его надо обжарить с двух сторон, и через 10 минут он будет готов. Через 10 минут мы встретимся. Итак, прошло 10 минут. Наша хачапури готова. Перекладываем ее на тарелку. И еще раз напоминаю, хачапури готовится из пшеничной муки, мацони и тертым сулугуни. Заворачивается, раскатывается, кладется на сковородку и печется с двух сторон. Вот наша лепешка. Приятного аппетита!